Всех приветствую на канале Муравьи Ярославль. Сегодня у нас будет распаковка новых муравьев из Китая и Таиланда. Заказал я довольно много интересных видов, но в небольшом количестве. Ехала эта посылка ко мне довольно долго, и я очень надеюсь, что все в ней живы. Скорее всего, всех этих муравьев надо будет пересаживать, потому что китайцы, как всегда, положат их в маленькие пробирки, как-то там у них будет какая-нибудь плесень и еще всякое-всякое-всякое, что не очень хорошо муравьям. Муравьи запакованы вот в такую китайскую газету. Давайте их развернем и посмотрим, все ли там живы. Уже чувствую то, что пробирки маленькие, ну, в принципе, как и всегда. Так, вот, кажется, вижу кого-то живого. Давайте смотреть. Тут какая-то куча, все они, ну, довольно не в лучшем состоянии, их, конечно же, надо будет пересаживать. Так, это у нас Мираноплиус биколор. Заказал я 6 колоний. Так, с этой у нас что-то не совсем хорошо. Вижу много трупов. Да, к сожалению, много трупов. Надеюсь, что матка жива. Не знаю, видно плохо, надо будет переселять, и тогда уже посмотрим, жива она или нет. Биколоры прикольные, мне они очень нравятся. Несмотря на то, что они довольно скучные в поведении, вот как-то вот их форма, их как-то поведение мне прям очень понравились. Давайте смотреть дальше. С этой колонией, кажется, все получше. Трупов как минимум меньше. И кажется, я там даже вижу матку. Так, в следующей колонии вроде бы тоже все хорошо. Трупы, конечно, есть, но не в таком уж большом количестве, и матка вроде тоже жива. Так, осталось 3 колонии, здесь сразу же вижу живую матку, это уже хорошо. Вроде бы колония тоже все нормально. Вот здесь у нас трупов... Трупы есть, но не так много. Кстати, смотрите, я заметил здесь нескольких самцов, да. Они, понятно, что эти колонии коп, но у Мираноплиусов у них же еще колонии маленькие, поэтому самцы и самки появляются на ранних стадиях, так что это нормально. В колониях где-то плюс-минус 100 рабочих. Так, здесь у нас карибара. Карибара диверса. Очень мне они как-то понравились в последнее время, раньше я их недолюбливал, но сейчас я думаю оставить себе одну колонию. Все остальные, конечно, пойдут на продажу. Купить все этих виды вы можете у меня в группе ВКонтакте, ссылка на нее будет в закрепленном комментарии. Карибарки пока все живы, они очень классные, матки просто огроменные. Кстати, я вижу там даже рабочих и неплохое такое количество расплода. Это круто, потому что я заказывал только свежих маток, похоже, уже родились первые рабочие. Это очень круто, и я там видел, значит, куколок, значит, скоро появится второе поколение, это хорошо. Так, это у нас компонот псевдоиританс. Матка очень темной морфы, только лапки такие желтоватые, все остальное тело у нее черное. Так, здесь у нас адентопанера дентикулята, вроде бы так. Маточка тоже жива, вроде бы с ней все хорошо, расплода нет, но это в принципе нормально. Они вроде бы довольно стрессливые, и то, что съедают расплод, это нормально. Так, здесь у нас компонентус лассиселени, если я правильно произнес их название. Тоже маточка с небольшим пакетиком яиц. Так, дальше у нас остались карибарки. Так, здесь у нас колония тоже жива, точнее здесь маточка только с расплодом. С ней все хорошо. Так, дальше у нас опять карибары и опять матка жива. Это хорошо, потому что карибары это муравьи, которые не сильно любят различные переезды. Так, и в последней колонии матка у нас тоже жива. Это очень круто, я очень рад. Так, ну и давайте подведем некоторые итоги. Сразу скажу, что, к сожалению, одна колония Мираноплиус биколор была мертва, которая была первая. Вот, у нее умерла матка, к сожалению, но самое главное, что все остальные живы, это очень круто, самое главное, что карибары живы, за них я боялся больше всего, ехали они ко мне довольно долго и, в принципе, переезд пережили нормально. Сейчас надо будет их все переселять, а я напоминаю, что купить вы их можете в моей группе ВКонтакте, ссылка на нее в закрепленном комментарии. Ну вот и все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте, ссылка в закрепленном комментарии, на мой Телеграм-канал и группу в Телеграме, ссылка тоже в закрепленном комментарии. Всем удачи и пока-пока!